Нельзя забывать совершенные фашистами преступления против человечности. Вадим Красносельский обратился к приднестровцам по случаю Международного дня освобождения узников фашистских лагерей. Современному человеку крайне тяжело представить себе нечеловеческие условия, в которых находились узники концлагерей. Убежден, что каждый из них не переставал надеяться обрести свободу, сохранить свою жизнь и жизни своих родных и близких. Восстание в Бухенвальде стало событием, которое заставило миллионы людей поверить в скорую победу сил добра над силами зла. Цитируем главу государства. Более 18 миллионов человек прошли через концентрационные лагеря фашистской Германии. Более 6 миллионов из них были уничтожены на почве расовой и национальной ненависти. Машина смерти планомерно калечила и убивала. На людях, в том числе на малолетних детях, ставили медицинские эксперименты, подвергали их ужасным пыткам, сжигали в печах. Ужасные страдания и смерть узников фашизма нельзя забывать. Нельзя забывать совершенные фашистами преступления против человечности, отметил президент.